Здравствуйте, меня зовут Никита, и я специалист в области биофизики и биомедицины. Я хотел бы вам подробнее рассказать, что это за направление, исходя из своего опыта работы и учебы. Я надеюсь, что мой рассказ поможет вам осознать, что это за направление. Я буду рад, если среди вас найдутся те, кто действительно заинтересуется этим рассказом. Я буду готов ответить на все ваши вопросы на форуме. На данный момент моя работа связана с разработкой датчика для измерения внутричерепного давления человека. И на этом примере я бы хотел подробнее рассказать о направлении биофизика. На данном этапе развития человечества наука подошла к такой грани, что сейчас невозможно изобретать действительно инновационные продукты, не находясь на стыке пяти основных наук — физики, химии, математики и биологии. И если три из них — химия, физика и математика — стояли рядом давным-давно, то информатика и биология добавились к ним значительно недавно. После окончания школы передо мной стал вопрос о продолжении образования, и мой выбор пал на Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени Ульянова Ленина, ЛЭТИ, а именно на кафедру микро- и наноэлектроники. Причинами выбора этого направления стали большая востребованность специалистов в данной области и тот факт, что данное направление находится на передовой современной науки. Уже на четвертом курсе стало понятно, что заниматься исключительно физикой в рамках данного направления невозможно. Стал вопрос о выборе смежной дисциплины. Выбор пал на медицину. Изучать две, казалось бы, не связанные дисциплины и объединять их в один научно-исследовательский проект — очень интересная работа, приводящая порой к поразительным результатам. Могу предположить, что вы задумались не только, хочу ли я заниматься данной деятельностью, но и могу ли. Я предлагаю вам решить задачу и проверить себя и свои знания. Рассчитайте время, которое потребуется человеку, чтобы унюхать духи, распыляемые с расстояния 5 метров. Не забывайте учитывать физиологию человека. Надеюсь, вас заинтересует направление биофизика и биомедицина. Желаю вам успехов.